Всем привет, всем добрый вечер, добрый день, доброе утро. Не знаю, когда вы меня смотрите. Если мы с вами не знакомы, меня зовут Роман. Я вас приветствую на своем канале «Вторая жизнь комнатных растений». Если мы уже с вами знакомы, и если вы на меня подписаны, следите за моим творчеством, за моей коллекцией, за моим домашним садиком, я вам очень благодарен, что вы поддерживаете меня, ставите лайки, присылаете теплые слова. Если вдруг в вашем регионе плохо работает YouTube, проходите, пожалуйста, вниз в описание. Там есть ссылка на Яндекс.Дзен. Я дублирую все видеоролики. И также есть ссылка «Я ВКонтакте». То же самое ВКонтакте, я все дублирую видеоролики. Крайне редкий случай я не выставляю там ролик, потому что иногда бывает, что в системе ВКонтакте почему-то плохо загружаются объемные видеоролики. Но я тогда ссылку ставлю. Вот, что еще хотел вам сказать? Что? Ну что, лето закончилось, пришла осень. Осень настала холодная, прям холодная, мерзкая. Дожди пошли, прям... Хорошо, что у нас дома свое отопление, мы включаем, когда холодно. Сразу как-то становится тепло, уютно, глазам приятно, все такое зелененькое, красивенькое. Сегодняшний выпуск я хочу посвятить алоказии. Алоказия псевдосандриан. В прошлом году я приобрел себе прекрасно красивую алоказию. Я вам, не знаю, десятки роликов про нее делал, с вами делился. И по ходу действия я вам чуть-чуть напомню эту историю. Ну и давайте посмотрим. Все-таки продолжение, вторую серию художественного фильма под названием «Судьба». Судьба многодетной матери Алоказии псевдосандриана. Поехали. Я бы вот прям скучал, по-моему. Вот скучал, честное слово. Ну, просто не было работы, ничего интересного не было, нечего было снять, показать. А тут что-то как-то последний, ну, вот месяц, как у меня какая-то движуха пошла, работенка какая-то появилась. В моем домашнем садике какие-то новинки. Ну, одним словом, сегодня у нас большая работа. Причина этой работы. Я, значит, с утра встал в хорошем настроении, чувствую по мне вот энергию, вот прям бьется, надо что-то делать. И я пошел на балкон, думаю, дай здесь наведу порядок. Все это разобрал, там все, половина повыкидывал, часть кому-то отдал что-то, в третью часть выставил на Авито какие-то горшки, продать за 3 копейки или обменять на какой-нибудь цветок там. Ну вот, одним словом, занимался делами. А энергия не уходит, вы понимаете? Думаю, надо добить этот день. Я тут пока ковырялся на балконе, что я вот нашел. Смотрите, оба, горшок. Большой, хороший горшок. В этом горшке я 2 года назад покупал с Авито с рук какое-то растение. Какое уже, не помню, ну неважно. Думаю, большое вдруг пригодится. А оно спустя 2 года пригодилось. А пригодилось почему мне? Потому что здесь есть карманчик, через который можно наливать водичку. И у меня растение будет на полупассивной гидропонике. Здесь у нас получается где-то около 5 сантиметров. Воды будет достаточно. Тут я несколько месяцев назад вас спрашивал, что же мне делать с моей Grand Maman, которая была вот такая, а Алоказия псевдосандриана. Я ее хвастался, ею хвастался листья сантиметров по 50, наверное, точно были, да? Потом она что-то как-то у меня стала
все хуже и хуже, одна несчастная стоит. А я никогда в жизни не получал такое огромное наследство от Алаказии. Все клубеньки, которые с первого раза я посеял, ой, поставил на мох, они все взошли, все бы здоровы, большие, красивые растения выросли. Вторую партию то же самое. Первую партию я хорошо продал, а вторая партия у меня прям зависла. Вот прям от слова зависла. Ну, пяток, наверное, я стаканов продал, и вот остальные у меня остались. И я думаю, я же хотел вот эту Гранд Маман свою, это вот последний листик у нее только вот недавно раскрылся. Хотел же пересадить, потому что у нее, видите, как оголилась ножка. Прям вот сильно-сильно. Я ее посадил в этот горшочек. Скоро будет год. А от нее сколько результативности. Просто каких я лошадей продал. Уже хороших лошадей. И вот, я решился, а почему я, владелец такой роскошной красотки, не сделал себе роскошный, на зависть всем, красивый горшок. Вот чтобы вот прям вот, вот просто было изобилие огромных красивых листьев. Да? Вы согласны со мной, ребят? Я решил эту ситуацию исправить. Думаю, хватит. Торгашка с тебя хреновая, Рамуська. Я, видать, жадничаю, видать, дорого продаю, я не знаю. Ну, как по мне, я за копейки отдаю. А вот покупатель только сердечки ставит на, как он, на объявление. У меня там больше 30 сердечек. Ну, я, правда, не знаю, сколько кто из них уже купил, сколько сердечек купили. Вот. Но сердечек много. Я оставил себе пяток, нет, вру, 3 штуки маленьких, вот совсем вот, вот таких, наверное, вот таких вот маленьких, вот с такими вот листиками. 3 штучки оставил. Думаю, пусть, ладно, кому-нибудь повезет, кто-нибудь купит, да? Сейчас Кондрат хватит, ребят. Самое интересное я не записал, как я их расчехляю из этих стаканчиков. Просто обратил внимание, не могу понять, что она моргает, камера сигналит чего. Эх. Вот прям сейчас вот сейчас расплачусь, не могу. Короче, распаковал нашу Гранд Маман. Самое интересное вам, вы не увидели, как я снимал это количество клубеньков. Сейчас я вам покажу, друзья мои. Я так расстроился. Ну как так? Ну что? Ну почему? Вот почему? Вы посмотрите, какое количество клубеньков. Я даже не знаю, но около 50 клубеньков. Значит, мое решение было правильно, что надо их всех пересадить в один горшок, потому что мне опять вот этот вот
вот эту жмень опять надо размножить и опять запустить в продажу. Просто невероятное количество. Смотрите. О. Самое интересное, вы представляете, друзья мои, самое интересное, я вот еще один клубенек вижу. Так. Значит, размноженных детей. Гранд Маман ставлю по центру. Размноженных детей, которые уже сантиметров. Кто по 40, кто, наверное, уже, а может быть и больше. Вот это, наверное, совсем уже большая. У нее даже листья уже сантиметров, больше 20 сантиметров. Тут у меня девочка просила вот эту какую-то огромную, но у нас не сложилось с ней. Почему? Потому что из-за того, что очень большое растение, для нее это дорого. Пересылка обошлась бы. Так, надо не привязать. Так, клубенек очередной. Ну вот что вот. Рома хотел порадоваться, Рома хотел показать, какие корневые системы. Вот они в стаканах. Я тут, видите, передержал все-таки их. Давайте пока свяжу. Держись. Так, тут детеныш. Видите, какая у них корневая система огромная. Ой. Тоже тебя как-нибудь подвяжу. Палочку нашел, чтобы не облегчить просто момент посадки. Придержать. Перевяжу чем-нибудь более симпатичным. Клубенек очередной. Чем еще прижать? Так, нашел я еще одну палочку, чтобы хоть как-то мне держать их, придержать, пока буду засыпать, присыпать. Разваливались. О, короче, вот как-то вот так у меня горшок получится, смотрите. О, они сейчас подымутся, вот эти листья по 40-50 сантиметров, да, огромные. Ой, Рома, какой ты молодец, что ты себя решил побаловать такой красотой.
И как обычно, девчата, ребята, буду засыпать я это дело личузой. Перемешку с агроперлитом. Вообще шикарный букет получается, и практически все в один рост. Ой, будет сон, какой будет сон, сон чудесный, расчудесный, правда? Так, здесь у нас есть отверстие, да, для того, чтобы заливать воду. Но первый полив я сделаю сверху, все остальные поливы буду делать в этот маленький карманчик. Керамзит, он легко поднимает влажность наверх, поэтому алаказии вот с легкостью переносит такую посадку. Ну, что я вам рассказываю, вы у меня уже 100 миллионов этих роликов видели с посадкой алаказии, да, на фитильный полив. Принцип один и тот же, только есть фитилек или нет фитилек. Здесь вот на полупассивной гидропонике нету фитилька. Фитилек вот здесь он не нужен абсолютно, ничего он нам не даст. И размер горшка какой удачный. Прям вот, ну что-то невероятное. Вот сегодня, я же говорю, сегодня все сложилось. Вот когда тебе колышет, надо делать. Да. 41 клубенек. Чуть-чуть ошибся. Я говорю, клубеньков 50. 41 клубенек. И учитывая, что у меня все разы, все вот так поднимались вот эти детки. Это же клубенечки. Все клубенечки. Друзья мои, вот, так что, кто не успел, тот опоздал. Вот. Короче, размножаю их еще. Как говорится, Бог любит троицу, третья торговля будет вообще бомба. Так, друзья, самое важное, берем литр воды, средство, разгоняющее корни. Мой рецепт прост. На 1 литр воды 1 миллиграмм этого средства. 1-1. Не ошибешься. Хотя производитель рекомендует больше. Можете смело 1,5-2 использовать. Я говорю, не надо. Можно я лучше я 2 раза сделаю. Вот. И первую нашу посадку. Вот, то есть после посадки первый раз. Мы это все хорошо промачиваем, чтобы вот грунт личуза, она же в себя впитывает огромное количество жидкости, чтобы не получилось так, что вокруг корней какая влажность была, и она сразу всосется в грунт. Вот, и будет сушняк. Вот, мои хорошие, растите, пожалуйста, мои красотули. Ой, на вашу годовщину я придумал, я этот ролик сделаю, смонтирую на годовщину моей алаказии псевдосандриана. Вот у меня тут подписано, я ее пересаживал. Купил я ее до дня рождения, а сажал я ее на день рождения. Короче, в сентябре у нас будет день рождения год. И я вам покажу огромный красивый куст. Да, правда, мои красавицы? Никому вы оказались не нужны, вы все нужны мне, все вы мое. Это все мое.
Почему я сразу этого не сделал? Я не знаю, только сейчас пришла вот мысль, вот в последнее время она меня мучила. Купить ведро, какое мне нужно купить ведро, чтобы это все посадить, пересадить, чтобы это как-то все укомплектовать. А сегодня вот, вот что значит лунный день рекомендует поработать в домашнем садике. И я уже интуитивно чувствую, что это надо сделать. Да. Друзья мои, прошло около 2 месяцев, как я пересадил свои алоказии, псевдосандрианы в этот большой горшок объемный. У меня есть маленькая трудность. Никак не могу эту трудность решить. Нужна какая-то подставка, которую можно поднять, опустить, для того, чтобы демонстрировать и удобно демонстрировать свое растение. В то же время, чтобы вести диалог с вами. Я, конечно, выкрутился, но на какие-то ролики выкручиваюсь. У меня есть подставка для когтеточка, да, для котят. Вот она мне выручает. Но не всегда. Вот сегодня, опять же, такой момент, что вот не очень сегодня она мне поможет, эта подставка. Ну, покажу сначала на руках. Очень тяжелый горшок. Это по центру у нас мама, Grand Maman, поменяла свой лист, один лист, второй выпустила, начала превращаться в уже взрослую, красивую, роскошную Grand Maman. Опа, а это у нас детки. Детки кушают котлетки. Друзья мои, несмотря на то, что этим летом ко мне прилетело невероятное количество, огромное количество тли, паутинный клещ, трипсы, что только в этом году ко мне не прилетело. Я с этим боролся как мог. И в результате последние 2 обработки я делал обычным садовым этим раствором под названием искра. И вы знаете, спасибо большое, но вот это вот обычное, дешевое, за 30 рублей средство не помогло. Вот прям ничего не помогало, чем я только не заливал и не опрыскивал растения. Вот нету, раз я подхожу, а там уже вот прям аж паутина. Ну не было уже 2 дня назад ничего. Вот, ну вроде бы как поборол. То же самое и с этими детками. Такая же история получилась, что на них напал вот этот вот клещ, или что там, я не знаю, ну вот всякая вот эта ерунда. Вот эти светлые листики, это все листики, которые были посажены из стаканчика. Это все детки, да, вот их много еще этих листиков светлых. Видите, они отличаются. А вот эти темные листики, которые вы сейчас наблюдаете на своем экране, эти все листики, которые вот уже распустились, вылезли у меня прямо в этом горшке. Они стали все обновляться. Вот это вот, вот эти темные листья, это все обновленные листья. Вот эти прозрачные листики вот периодически отваливаются, я их отрываю. Все вот так вот густенько, все так хорошо. Пока вот эти еще палочки у меня стоят, подпорки. Вот подпорки вот стоят. Ух ты, сейчас обратил внимание, что у меня Grand Maman наконец-таки 3-й лист стрелу пускает. Ну, уже хорошо, радостно. Вот, конечно же, сандрианка у меня получает постоянно какие-нибудь вкусняшки, завкуснители, подкуснители. Абсолютно спокойно перенесла вот этот грунт. Грунт личу-запон. В перемешку тут у меня даже немножко есть грунта для аквариумов. Я ничего не выкидываю, я все использую в дело. Так как это у меня получилось полулека, гидропоника, такое вот что-то непонятное, потому что здесь 80% горшка заполнены чем? Керамзитом. Растениям все нравится, все хорошо,
из стаканчика тесного их всех повытаскивал, всех сюда посадил, довольные. И у меня получается прям вот приличный, хороший, такой красивый, благородный, густой куст. Я вам хочу просто показать немножко вид сверху, вот так вот сделать. Смотрите, какая красотень, правда? О, вот это да! Моя гранд-мама. Еще маленькая всего лишь-то, вот буквально такой зонтик маленький. Жду, когда увеличат, прям чтобы вот такой был лист. И представляете, все листья, вот все вот эти листики будут вот такие огромные. Что-то будет невероятное, что-то будет невероятно красивое. А? Правда красиво? Правда я... О, я понимаю. Думаю, мне надо было сразу эту идею восполнить, сразу это сделать. Для себя любимого, для себя. Ни в чем не отказывай, Рамуся. Теперь я понял, что надо вот так вот загущать, делать густые, красивые, роскошные, вот такие большие горшки. Правда? Идея хорошая, идея правильная. Все у нас состоялось, все у нас получилось. Друзья, взял в свою работу новое удобрение. Я уже подкармливал и не один раз. На него есть реакция, на это удобрение. Мне очень понравилось. Реакция очень быстренькая и живенькая. Как-то вот они такие стали поднаращиваться. Так как у меня канал не коммерческий, я не имею прав показывать какие-то продукты. Это будет считаться как реклама. Единственное, что вам могу сказать, пишите мне в комментариях, я вам подскажу, что это называть. Если не найдете по названию. Ломоносов ультракомплекс. Вот. Мне понравился. Разводится просто. Можно, так как я большие объемы использую воды, да, там на ведро воды я беру 10 грамм вот этого средства, развожу и всех кормлю. Если вы пользуетесь небольшим количеством воды, пожалуйста, возьмите пипеточку. У меня еще пипеточка осталась от Радифарма. Я ей пользуюсь 1 миллиграмм на 1 литр. Не пролетишь, не промажешь. Хотя они там пишут, что до 2 можно использовать. Вот, я из тех людей, которые лучше не додам, чем перекормлю. Результатом я доволен. Я доволен и счастлив тем, что наконец-таки мы победили этого клеща. Листья стали расти хорошие. Обновляться все друг за дружкой стали. Думаю, к Новому году будет прям потрясающе красивый куст. Вот прям богатый, большой. Вот, не знаю, вот пока вот он всего лишь 40 сантиметров, да, лист самый большой. А их когда будет десятки вот таких листьев, это же в обморок попадаем мы все. Пишите, пожалуйста, в комментариях, что вы думаете по поводу моего решения вот посадить такую групповую посадку, такое большое количество из такое большое ведро. Что еще? Ну, на этом, наверное, все. Как обычно, друзья мои, берегите себя и своих близких. С любовью. Всем пока.